Здравствуйте, уважаемые садоводы! Гладиолусы – это любимые цветы очень многих дачников и любят их за красивую пеструю окраску. Букеты из гладиолусов – это настоящий хит 1 сентября для школьников. Чтобы эти цветы из года в год радовали вас своими красивыми яркими соцветиями, за ними нужно грамотно ухаживать. В сентябре мои гладиолусы еще цветут, но если ваш климат более суровый, все равно подкормите цветы для того, чтобы луковицы набрали сил до выкопки. Ведь пройдет как минимум еще месяц до этого момента. Луковица успеет окрепнуть от полученных удобрений, следовательно, легко перезимует, и на следующий сезон цветение будет потрясающим. Суперфосфат и сернокислый калий – это идеальные осенние удобрения для этих цветов. На 10 литров воды вам понадобится по 2 столовых ложки каждого удобрения. Если осень влажная, то насыпьте по 1 чайной ложке этих удобрений под каждое растение и аккуратно заделайте в почву. Также покупные удобрения можно заменить золой. Зольную настойку сделать легче. Просто дайте настояться 2 стаканам измельченной в пыль золы в ведре воды пару суток. И готовой смесью полейте под корень ваши цветы. Недели за 3 до срока выкапывания цветы перестают поливать. Сигналом к выкапыванию станет пожелтение и увядание ботвы. Это будет означать, что питание спустилось в корни растения. Значит, скоро луковицы окончательно созреют. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!